Над томами уголовных дел или на спецзадании полицейские принимали поздравления. В этом году ведомству исполнилось 100 лет. Оно ведет свою историю от советской милиции. Вековой юбилей не обошли вниманием и краснодарские стражи порядка. В краевой столице силовиков поздравил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Глава региона отметил, что многие из тех, кто гордо носит погоны, этот день встречают на посту. Работать вы все умеете, вот отдыхать, наверное, с трудом, потому что для вас даже праздничный концерт, ваш юбилейный праздник, это, скорее всего, исключение из повседневной вашей жизни. Вы выбрали свой жизненный путь – служить Отечеству. И поэтому понятно, что где-то жертвуя самым дорогим, вы приносите свое служение на алтарь Великой России. Ваша служба – это образ жизни. И ведь вы полицейский не только, когда одеваете форму. Вы полицейский, когда и без формы. Это ваше служение, как я уже сказал, которое вы будете нести всю свою жизнь. Без выходных, без особых праздников. Успехов вам, друзья. Успехов, благополучия, удачи. С праздником, с юбилеем. Для гражданина человек в полицейской форме – это представитель власти, закона, справедливости. От нас зависит порядок на улицах, спокойствие жителей и гостей края. Благодаря принятым мерам профилактического характера сократилось как общее количество зарегистрированных преступлений, так и тяжких и особо тяжких составов. И, конечно, мои поздравления сегодня нашим ветеранам. Лучшим сотрудникам органов внутренних дел Краснодарского края вручили памятные награды. Свой профессионализм кубанские полицейские не раз доказывали при проведении в крае крупнейших международных событий. Великое прошлое было у советской милиции. Я уверен, что не менее великое и настоящее, и будущее у российской полиции. Потому что самое главное, что сегодня есть у вас, это сохранение связи поколений, преемственность. Это всегда самое важное и необходимое для того, чтобы максимально активно, невзирая на погоны, заявлять свою гражданскую позицию, которая в первую очередь заключается в непримиримости любого нарушения закона. Какое бы название не носило ваше ведомство, безопасность и спокойствие на улицах наших городов, станиц были и остаются главным критерием качества вашей работы. Это залог стабильности и экономической, если хотите, и социальной, и политической. Этим нужно гордиться. Потому что не каждый регион в России может похвастаться вот такими результатами в наше непростое время. Спасибо теперь вам, коллеги, за ваш труд. Сегодня общество ждет серьезных результатов в борьбе с преступностью, коррупцией и другими угрозами безопасности. Убежден, что эти результаты обязательно будут достигнуты. Вы и впредь сделаете все возможное и невозможное для надежной защиты кубанцев и укрепления правопорядка в крае. Глава региона также подчеркнул, что кубанские полицейские должны достойно отвечать на современные вызовы, такие как борьба с экстремизмом, наркоторговлей и коррупцией. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.